Свой визит в округ Игорь Тресков начал с проверки строительства пристройки к Ашукинской школе. Здесь работы идут уже полным ходом. Подрядчику нужно будет только помочь быстрее пройти госэкспертизу. Ведь сдать готовый объект на 350 дополнительных мест планируют в марте 2021 года. Примерно в это же время должна быть готова и пристройка к 6-й школе. Однако пока есть проблемы. Должно быть уже 4 этажа, а по факту закончен только один. По срокам отставание не более 3 недель. Финансирование идет регулярно. Подрядчики надеются войти с закрытым контуром в зиму. Иначе надо корректировать проект. А пока нет договора с медорганизацией на обслуживание строителей. А почему так медленно все делается? Медленно подписывается договор. Ну, очень тяжело сейчас вот с медицинскими организациями там заключить договор. А они перегружены. Мы подписываем, подпишем его сегодня-завтра. Несмотря на простое, строительство музыкального колледжа идет в графике. Есть некоторые нюансы, из-за которых проект придется немного корректировать. Но уже и видно, что дело идет к завершению. Внутри начинается отделка, фасады закрыты. На площадке работают 128 человек. Сдать помещение планируют в июле. В наш адрес, в адрес подрядчиков, были высказаны критические замечания, совершенно справедливые, особенно Игорь Борисович, да и мы, наверное, все-таки не очень довольны работой подрядчика на средней школе номер 6. Тем не менее, сегодня есть желание у нас, у всех, в первую очередь подрядчиков, у администрации, ускоренными темпами наверстать то, что было упущено за время прошло. Все озвученные вице-губернатором Московской области замечания будут устранены в оперативном порядке. А пока строители продолжают усиленно наверстывать упущенное. Для соблюдения норм безопасности есть все необходимое – маски, перчатки и средства дезинфекции. Анастасия Спирина, Александр Девкин, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.